понимаем, что в город Сочи приехали два таких знаменитых футболиста, знаменитых на весь мир. Конечно же, для нас огромная честь, что в городе Сочи будут играть Александр и Адиль. Я от лица и главы города Сочи, от лица всех сочинских болельщиков попрошу выложиться по полной. Ну, надеемся, что, в принципе, будет результат, и не только ребята, которые сейчас влились в наш коллектив, да. Александр Кокорин. Всем здравствуйте еще раз. Спасибо, спасибо. Для меня каждая игра будет, на самом деле, вы правильно сказали, что ситуация так сейчас, таким образом, что нам нужно брать очки в каждой игре. Поэтому за любую игру дают там 3 очка. Важной игры для меня лично никакой не будет. И если мы сможем набирать очки в каждой игре, то я буду счастлив. And I hope everybody will be happy with me here, the coach, my team, the fans, the association. Я надеюсь, что все будут довольны мной здесь, и болельщики, и тренер, и вообще город, и футбольный клуб Сочи. Ожидаем с нетерпением старта. Теперь мы только ждем, как говорится, море болельщиков. И от своей команды самоотверженной, яркой и, главное, результативной игры на результат. То, что к нам присоединились ребята, футболисты с большой группы, ну это здорово, это здорово. Мы ждем всех на стадионе 1 числа, где мы, как говорится, с открытым собралом будем защищать честь этого прекрасного города. Спасибо, будем вами. Надеюсь, во, отлично, здорово, спасибо большое, спасибо большое, спасибо. Спасибо. Все, ребята, мы вас верим, мы вас любим. Мы всегда будем вас поддерживать.